счет, ну, перезащищались там. Москва, молодцы, конечно, с большим желанием играли. Наверное, нам желания не хватило. Желание-то было, но Москва просто хотела больше. Там где-то повезло, может быть, им какие-то они сумасшедшие мячи защищались. Молодцы, конечно, нам есть куда добавлять. На самом деле не хватило чуть-чуть атаки. Команда очень хорошо показала себя в защите и тем самым давила на нас, что они и в страховке хорошо отработали, и в защите они тащили очень сильные мячи, что по линии это самая тяжелая защита. В общем, команда сыграла очень хорошо в этом плане. Конечно, да, я здесь много лет отыграла, конечно, ностальгии, я приехала здесь с тренировки, свой зал, конечно, я это все помню, но эта страница перевернута, в принципе, игра сегодня была достаточно равная, даже судя по счету, это не было какого-то разгрома, это была равная игра, поэтому я думаю, что если сейчас открыть статистику, посмотреть и проанализировать, я думаю, тут просто не хватило мелочей. Правильно сказали, хорошая плотная игра. Очень много было моментов, периодов, когда мы играли съем-съем. Но в каких-то моментах, наверное, нам больше где-то немножко повезло, где-то острее сыграли в атаке, наверное, поэтому. Так уж сказать, что в чем-то мы превзошли Казань, я не могу. Почему? Потому что, ну, действительно равная игра, которая завершилась, ну, разницу с одним очком, с одним мячом, скажем так. Я думаю, за счет командной игры, за счет выполнения тактики, то, что мы именно готовили, мы сделали то, что должны были сделать. Неприятная ситуация для нас. Все хотели играть в Лиге чемпионов. И я думаю, что и ваша команда очень хотела. Да, кто-то из нас бы прошел дальше, полуфинал. Давно такого не было. Поэтому, ну, конечно, это неприятная ситуация. Но что сделаешь? Такая ситуация в стране. И мы принимаем так, как она сейчас на данный момент есть. Настраивались на матч, неважно, было бы это Лига чемпионов или это чемпионат России, все равно надо играть и надо побеждать. Нет, совсем не повлияло то, что это матч чемпионат России. Как Москва – это всегда тот соперник, который не бывает ни до настроя. Даже товарищеские игры всегда проходят в интересном ключе. Хотелось бы оставаться, да, конечно, на первом месте. Готовимся, также набираем информацию. Москва сейчас выглядит по-другому совсем, если сравнивать начало сезона, они молодцы, добавили. И также остальные команды, конечно, сыгранность уже видна у всех. Ну, это же еще не конец чемпионата, еще есть игры, и не все команды сыграли одинаково количество игр, поэтому мы можем как подняться, но я надеюсь, что мы так и поднимемся выше. Вот в третьей партии хорошо подавали, более-менее так. Так должны были подавать на протяжении всей игры. Будем делать выводы, работать дальше. Я думаю, мы можем лучше играть в защите, и это показывали. Подавать мы можем намного острее, атаковать более разнообразно, по всем элементам. Блок опять же у нас. Ну, блок – это уже следствие там, приема. Ну, я думаю, что в хорошей форме, раз мы приезжаем в Казань и выигрываем 3-0, мы готовились к этой игре, были очень настроены и очень рады этой победе сегодня.